Напольные сушилки универсальные и один из самых бюджетных вариантов для сушки вещей. В этом видео мы подробно рассказывали, какие они бывают. Однако процесс можно значительно ускорить с помощью автоматической сушильной машины. Но зачем она нужна, если вещи рано или поздно высохнут даже на балконе с натянутыми веревками? Действительно ли отдельная машина удобнее, проще и выгоднее? Сейчас расскажем и покажем. Сушильные машины бывают разных размеров и типов. Мы будем в качестве примера использовать вот такую крупногабаритную сушилку с объемным барабаном. По габаритам такая модель сравнима со стиральной машиной и кажется, что она занимает много места. Но на самом деле сушильная машина место скорее экономит. Для сравнения, все эти вещи, которые сейчас находятся на двух не самых маленьких напольных сушилках, помещаются в одном барабане сушильной машины на 9 кг. Проблема даже не в том, что напольные сушилки большие, а в том, что вещи нужно развесить так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Просто кинуть ком одежды после стиральной машины нельзя. Вещи просто не высохнут. А вот в сушильной машине вещи просохнут в том состоянии, в котором они были в стиральной, то есть сложенные кучей. Помимо того, что на сушилку все вещи придется сначала развешивать, а потом снимать, под нее нужно будет либо выделить постоянное место, либо каждый раз убирать ее после того, как одежда высохла. Сушильную машину сложить и убрать за дверь нельзя. Это минус. Зато ее можно поставить на стиральную. Так дополнительное место на полу она занимать не будет. Однако, если стиральная машина во время работы сильно вибрирует или прыгает, то ставить на нее что-то до устранения этого дефекта нельзя. Перед установкой двух машин в колонну нужно изучить вопрос дополнительно. В отдельном видео мы рассказывали про нюансы этого процесса. Помимо ограниченности места, существуют еще и климатические проблемы. В некоторых регионах, особенно приморских, влажность воздуха очень высокая. Иногда вещи просто не могут высохнуть, особенно если идет дождь или стоит густой туман. Сушильная машина решает эту проблему. Вне зависимости от климата и погоды, вещи она высушит. Более того, в некоторых моделях есть режимы освежения вещей, которые долго лежали на полке и напитались излишней влагой. Если у них появился затхлый запах, то стирать вещи не обязательно. Можно закинуть в сушильную машинку и освежить их. В автоматической сушилке закрытое пространство, которое не зависит от внешних факторов, и время сушки можно контролировать. В автоматических программах машина может выводить время сушки. Примерное, потому что время цикла зависит от того, насколько влажные вещи были загружены в машину. Определение влажности есть далеко не во всех моделях, но наличие этой функции можно уточнить в характеристиках на сайте. Вечная проблема сушилок – на вещах остаются линии от перекладин, бельевых веревок или прищепок, особенно на футболках. И чтобы придать таким вещам презентабельный вид, еще нужно потратить время на глажку. В сушильных машинах такие явные заломы на одежде получить вряд ли удастся. Обработка теплым воздухом, конечно, не разгладит все складки на одежде после отжима в стиральной машинке. Но если вещи не сильно мятые, то их после сушки можно не гладить вовсе. Еще одна проблема вещей, которые сохнут традиционными способами, это то, что они высыхают слишком сильно. Например, под прямыми солнечными лучами в жаркий летний день, еще и в сухой климатической зоне. Вещи в таких условиях могут стать жесткими на ощупь. Особенно неприятно, когда это происходит с полотенцами, которые однозначно будут соприкасаться с телом. Решить эту проблему тоже можно с помощью автоматической сушильной машины. Горячий воздух здесь проходит через барабан для того, чтобы забрать влагу из вещей, но не пересушить их. В некоторых моделях есть специальная программа для сушки полотенец, чтобы они оставались достаточно мягкими и приятными на ощупь. Еще одна неочевидная, но очень полезная фишка автоматической сушильной машины – сбор ворса и пыли. Во время циркуляции вещей в барабане мелкие свободные частицы одежды собираются вот в этот фильтр, который довольно быстро забивается ворсом. Его необходимо периодически очищать, но уж слишком большие и старые катышки на одежде сушилка вряд ли уберет. Здесь нужна специальная машинка для удаления катышек. В этом ролике мы подробно рассказывали про них. Сушильные машины экономят время, место и работают вне зависимости от погодных условий и климата. Пожалуй, это не самая необходимая бытовая техника в квартире. Но если стирать нужно много и часто, то нет смысла ждать, пока вещи высохнут традиционным способом. Время дороже. Пока!